Чемпионат Европы по футболу выиграет Англия. Такое предсказание сделал бенгальский Тигрхан из Красноярского Роева ручья. Там устроили традиционные перед важными матчами гадания. Две коробки с мясом и флагами стран подвесили в клетке у тигра. Он сначала долго бродил между ними, а затем оставил Италию в аутсайдерах. Как уверяет дирекция парка, за много лет Хан еще ни разу не ошибался. Верный ли он сделал выбор на этот раз, станет известно уже совсем скоро. Финальный матч Италия-Англия состоится в ночь на понедельник по красноярскому времени. Чемпионат Европы по футболу – это праздник для всех болельщиков, для всех фанатов. В парке Роев-Ручей тоже есть свои фанаты, очень много фанатов среди посетителей. До финала осталось два дня, и мы не утерпели, спросили у нашего известного оракула, предсказателя Тигра Хана, кто же победит. Все в нетерпении, и хотя я болею за сборную Италии, Тигр сказал, что победит Англия. Ну, посмотрим.